В Беларуси ежегодно к началу учебного года в учреждениях дошкольного и среднего образования осуществляется комплектование ясельной группы первых классов. Что касается дошкольных учреждений, то набор детей от 1,5 до 3 лет стартовал 1 июня и завершится 31 августа. Формирование списков и зачисление ребенка в учреждение происходит после подачи одного из родителей необходимых документов. Отмечу, что в текущем году учреждения дошкольного образования Новополоцка примут до 1000 детей. Для зачисления ребенка в дошкольное учреждение необходимо предоставить определенный перечень документов. Это направление и медицинская выписка из развития ребенка. Чтобы получить направление, необходимо обратиться родителям, законным представителям в отдел по образованию города Новополоцка. При себе необходимо иметь свидетельство о рождении ребенка и паспорт законного представителя. В какое именно учреждение образования поступит ребенок, зависит от места проживания семьи. К слову, по желанию родителей, учреждения дошкольного образования готовы принять детей из других микрорайонов, но в случае наличия свободных в учреждении мест. В нашем детском саду малыши не только вот по месту жительства, с близлежащих домов. У нас есть и из Браухи, и из новых микрорайонов. В принципе, это не проблема ни для нас, ни для родителей. Поэтому у родителей сегодня есть выбор. Он может определить при наличии мест в дошкольном учреждении, либо где-то ближе к дому, либо в другом микрорайоне города. У нас уже идет набор, но у нас еще есть свободные места для малышей, поэтому мы ждем малышей. Наряду с учреждениями дошкольного образования в Беларуси прием документов осуществляют и учреждения среднего образования. Так, в школах и гимназиях страны прием документов в первые классы ведется с 12 июня и завершится 15 августа. В Новополоцке в новом учебном году впервые сядут за парты около 1200 первоклассников. Для них сформировано 45 классов. Ольга Войтова, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда».